Вы смотрите «Давеча», мы продолжаем выпуск. В детском оздоровительном лагере «Юность» сегодня высадился экологический десант. Кировские экологи совместно с неравнодушными к окружающей среде иностранцами пытались объяснить юным кировчанам, как и зачем нужно беречь природу. Дети слушали, взрослые рассказывали, причем иногда на английском, к примеру, о специфике утилизации пластиковой тары в городе Нью-Йорке. Насколько интересны детям проблемы экологии, узнал Дмитрий Житарчук. Сразу отметить, эта смена в лагере «Юность» с экологическим уклоном. И все это им нужно знать. Оказывается, знают даже больше. На мой взгляд, правительство, ну, по-моему, мало выделяет как бы времени и денег на то, чтобы нейтрализовать эти проблемы. Мне кажется, что экология – это гораздо важнее, и выделять надо гораздо больше. По соседству в другой секции гости из Америки и Аргентины рассказывали детям, как у них решается проблема избытка бытовых отходов. Иногда на английском, иногда на русском. Дети слушали, чаще молча, вопросов не задавали. Но иностранные гости не отчаивались. Они верят в сознательность юных кировчан, как и в смысл мероприятия. На самом деле это все очень важно. Пусть они еще совсем юные, но говорить о проблемах экологии с ними нужно уже сейчас. Кроме того, все, что мы с ними тут обсудим, они потом донесут до своих семей. Педагог-организатор лагеря Андрей Бусыгин иллюзий не питает. Мероприятие считает важное, о проблемах экологии с детьми нужно говорить. Но юные горожане от них по-прежнему далеки, считает педагог. Может быть, осознание еще не подошло именно к детям. То есть, может быть, более старший возраст уже, как говорится, обдуманно это начинает делать, да? Может быть, у нас еще не наступил тот самый кризис, который, допустим, наступил за границей. В рамках акции «Экологический десант» участникам лагеря «Юность» также напомнили о раздельном сборе мусора. В понятной для них форме по лагерю прогулялись ростовые куклы в виде контейнеров. Впрочем, вся эта смена с экологическим уклоном. По окончанию ее, уверены взрослые, у детей в сознании все равно что-то отложится. Хотя бы даже то, что пластик можно и нужно выкидывать в контейнер раздельно от бумаги. Дмитрий Житарчук, Даниил Кочкин, Бюро новостей, «Давеча».